Дорогие друзья, с вами Шуиль, и мы играем в поиск сокровищ. Так, выберите персонажа. Ну, конечно, пацана. Не знаю, конечно, по графике это такой... Он некий пиксельный, короче, мир. Скорее всего. Ну да, вам придется выжить, найти сокровища и путь домой. Во-первых, изучите все вокруг, чтобы найти кусочки дерева, построить укрытие. Ну, это как фарм, простой фарм. Фарм-машина, пожалуйста, выберите ваше движение. Да, вот это, наверное, скорее всего, да? Так, у вас есть особенное предчувствие в этом месте. Так, ну давай его заберем. А, просто можно подходить или забирать. А. О, панцирь. Ух ты, кто это? Хорошо, у вас достаточно дерева, чтобы построить укрытие. Найдите в меню создания. Ты такой... Ага, вам нужна лопата, чтобы накопать червей. Так, еда. Еда дает жизнь, да, развивает питаться. А, ну вот как раз. Так, мне нужно достаточно. Что там достаточно? Для того, чтобы построить. Так, укрытие. Создать. Молодец. Молодец, вы должны разместить убежище. Укрытие. Где я должен разместить его? Видишь? А, вот. Лианы кусков дерева. О! Ну, конечно. На графике, конечно, тут не топ. Вообще не топ. А тут надо лопаты накопать камней. Ну, во-первых, не лопата нужна, наверное, скорее всего, кирка. Бред какой-то с лопатой. Так, что у нас здесь? Деревянный меч создать. А, нельзя. Так, что нам укрытие есть. Еда 6 есть. А, ну, тут уже дерево и панцирь. Ну-ка съесть это. Съели. Так, что нам надо? Панцирь. Вам нужно каноэ, чтобы уплыть. Не, я не спорю, что нам нужен каноэ. Но мне нужно еще что-то кроме каноэ. Да я не собираюсь уплывать никуда. Чё ты ко мне пристал, блядь? Все, так. А, укрытие, может, мне надо просто... А, точно. Типа того. А что здесь делать? Ну, я в укрытии, конечно, но смысл от этого. Так, а задание? Чем мне задание надо? Первая подсказка, вторая подсказка. Не, мне надо что-то деревянное меч, наверное, создать. А, здесь лиана. А лиану как создать? Нет, мне нужно укрытие, мне нужно... Мне что-то нужно. Так, что мне нужно? Давай посмотрим, может, задание есть. Настройки нет. Нужно так, прежде продолжить квест, вам нужно кое-что для самозащиты. А, ну все, значит, получается, мы лиан здесь собираем. Нет? Здесь лианы? А, точно. Надо лианы собирать. О! Там еще отправляем деревянный меч. Так, такой вот эффект от снаряжения такой вот меч является автоматическим требованием снаряжения. Ну все, далее что у нас? Деревянный меч. Оружие наносит урон. Следующий, что у нас? Давайте. Так, теперь следующий нам что надо? На кровати можно спать ночью. Ну, тогда создать кровать. Панцирь. Так, ладно. Ну, то есть можно на кровати ночью. А здесь что у нас? Так, все что ли?
Оружие носит 3 очка, автоматически применяется и используется. В смысле? У меня слизень сейчас заходит, что веревка. А, ну все, она применяется автоматически. Ну, в принципе, нам что надо? Веревка. Лиана осталась. А для чего это? Блин, ну так-то можно. В пизду их не бить больше. Пойду-ка я отсюда. Сейчас лиан соберу еще. И жатву еще. И веревочку создать. Теперь лопату. Панцирь. А, 3 веревки надо. Сколько веревки? Даже лопату. Деревянную палку 20. Нихуя. Вот это да. Вот это здесь я себя заебусь нахуй все это брать. Собирать, брать. Сколько лиан-то надо? Лиана. А здесь можно зайти с той стороны? Нет, хуйня. Че, лиан нету больше? Вон, 3-2 еще лиана. Так, а мне надо веревки, да? 3 веревки надо? Ага. Здесь что? Слизни сколько? Да, слизни у нас достаточно. Вот, веревки. Еще надо дофига. Блин, так и будем ходить по кругу, короче, пока не уберем необходимую палку. Ну, палок сколько? 20 надо. Лопата, деревянная палка. Ну, деревянная палка, все зашибись. Веревки только еще одна последняя осталась. И... А, веревка последняя, да. Веревка сколько там надо? Три лиана. Идем, найдем. Ну, палки-то уже можно собрать. О, вон там лиана начинается. Веревка. Создать. Лопата. Погнали. Теперь можно лопату. Выкопал. Так, что здесь теперь? А, ну тут камень. А что тут еще? Раствор. Раствор создать. Ну давай создадим. Топор что ли? Камень. А, ну здесь топор надо. А тут деревья, смотри, да? Видал, застопорили. А, ну, в принципе, они застопорили. Короче, здесь осталось каноэ. Это что, залезть туда можно? Ну, да. Здесь, походу, такая фигня. Здесь, короче, камни надо собирать, осталось. Потом каноэ. Ладно, ребят. В принципе, сейчас пока время есть. Если, конечно, хотите поиграть с ее, то есть пока пофармить. Пожалуйста, играйте. Оставлю ссылку в описании. С вами был Швили. До новых встреч. Пока.